Эхо войны. Жители поселка Крепинский, что под антрацитом, нашел в своем дворе 100-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной. Мощность ее взрыва хватило бы, чтобы уничтожить многоэтажный дом. Удалось ли благополучно обезвредить снаряд, знает Юлия Меньшакирова. На месте разрушенного сарая у себя во дворе Николай Владимирович копал траншею под водопровод. На глубине полуметра лопата уткнулась в некий предмет. Мужчина предположил, это кусок старой трубы. Присмотревшись внимательнее, понял, насколько опасна его находка. Проводили воду себе, водопровод. Ну и наткнулись неизвестную железяку. Потихоньку начал раскапывать, а когда уже раскопал, я уже понял, что это уже настолько серьезно. О бомбе в своем дворе мужчина сообщил в милицию и МЧС. Те тут же эвакуировали жителей соседних домов. Опустили магазины, почта, остановилась работа и на местной шахте. Специалистам пиротехнической группы было исследовано место проведения работ. Идентифицирован взрывоопасный предмет. Им оказалась авиационная бомба ФАП-100. В случае взрыва 100-килограммовый снаряд разнес бы округу в радиусе полукилометра. Благо, взрывчатое вещество, смесь тротила и гексогена, еще не начало кристаллизироваться. Тогда бы оно могло сработать самопроизвольно. Всю ночь находку охраняли правоохранители, а на утро бомбу вывезли в карьер. По неровным дорогам пиротехники ехали с особой аккуратностью. Только в этом году луганские пиротехники уже обезвредили 380 взрывоопасных предметов. Юлия Меньшакирова, Наталья Трофимова, телеканал «Донбасс».